У нас проблемы были. В домашнем матче со словаками, когда сборная России уступила 0-1. Сток забил единственный мяч. Сегодня, когда наша сборная садилась в автобус, очень настойчиво словацкие болельщики напоминали об этом. 0-0, 0-0 они кричали. Но жаль, не было армянских болельщиков, чтобы в свою очередь что-нибудь напомнить словацким болельщикам. Ну ладно. Сток. Нет, ну здесь втроем столько заживали, и он как-то немножко стух. Затух. И дальше передача на Романа Павлюченко. Шведский лайнсмен замахал международным флажком. Муха, кстати, почти чуть-чуть не выловил мяч. Сам-то Джабулани по себе кошмарен. А уж мокрый Джабулани. Это мокрый кошмар уже. Подача в штрафную. Опять Мартин Шкартел. Он сегодня, кстати, отцом стал. У него... Его подруга Барбара родила ему сына, которого назвали Матте. С чем мы Шкартелла и поздравляем. Мартин, welcome to the club, как говорится. А на самом деле, вот эти все словацкие Г, это не совсем Г. Мне вчера словаки много раз учили. Нечто среднее между Г и Х. Человек со смешнейшей прической. И он еще в обычной жизни носит такие очки, знаете. Считается у нас в фольклоре студенческом, что вот студенты-ботаники носят такие очки огромные. Ну, в общем, матч в группе Б или другие приключения Гамшика.